О, ребят, привет, привет, привет. Привет, привет. Ого, ничего себе, ты какой необычный. Что за костюм у тебя? А это мой любимый костюм. Сейчас приедем, я вам всем покажу его. Ого, ничего себе, ребят, сколько же нас. О, тут у нас есть бутерброды, круто. Ничего себе, сколько их много. А нам всем хватит? Конечно, хватит. Хватит, хватит. Ребят, я сюда очень-очень сильно хотел приехать и познакомиться со всеми вами. Ну вот, все, будем знакомиться. Ой, а ты что это ешь? Это я с собой привез, это мое, это я с собой буду носить и есть сам. А, ну ладно, ладно, ешь сам тогда, раз не хочешь ни с кем делиться. Да, это мое, это я с собой привез. Окей, хорошо. Ну-ка, а что у нас тут в домике? Ой, я тоже смотрю, ничего себе просторный домик. Ну да, неплохой, неплохой. Ну-ка, дайте-ка мне выйти. Вот так вот. Ой, ребят, сколько же вас здесь? Ого! Ничего себе ты на меня похож! Вот это да! Добро, ничего себе, как мы с тобой похожи! Да, ну-ка, смотри-ка, реально мы похожи. Да, добро. Надо же так, а? Ура, ребята! Мы будем сидеть ночью у костра и рассказывать всякие разные истории. Ну да, кстати, это да. Мы будем сидеть и рассказывать всякие разные истории. Да, я так этого хотел. Я, кстати, люблю кошек. Я тоже люблю кошек. Эй, вы чего делаете? Что это у вас тут происходит? Что за танцы такие? А это наш танц, это мой друг. Смотри так, оп-оп-оп, умеешь так делать? Хоп-хоп-хоп-хоп, быстро. Эй, не надо, отойди от меня, не надо так делать. Слишком уж близко ты ко мне, отстань. А, ты зачем уперся в дом? Ого, ребят, посмотрите, хоп, видали? Я сквозь стену прошел. Ты как это сделал? Ты что, читер? Ты как это сделал? Слушай, ты чего упал? А, да не, ничего, все нормально, 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 я сказал, ха-ха! Ладно, что-то какие-то они странные. Ребят, уже темнеет, давайте костер разводить. Вот и наступила ночь, смотрите, какая луна, вау, вот это луна. Давайте, ребят, садитесь, и я расскажу вам страшную историю. Нет, не надо, пожалуйста, пожалуйста, я не хочу страшной истории. Нет, очень страшно, нет, нет, пожалуйста, давай не рассказывай никакую историю. Вы чего тут стоите? Пойдемте, я вам расскажу страшную историю. А, что это такое? Что? Убегаем, 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 ребята! Куда вы бежите-то, ребят? Вы куда бежите? Там есть пещера, за мной! Ладно, погнали, погнали, погнали. Быстрее, 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 быстрее. Вперед, 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 вперед. Давай, 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 бежим, бежим. Быстрее, ребята! Что это было, ребята? Я не знаю, что это такое. Но мне друг рассказывал такую историю, что в этом лесу есть что-то типа призрака. Ребят, начался дождь. Зачем я сюда приехал? Я хочу домой, пожалуйста, ребята. Я хочу домой. Пожалуйста, как-нибудь надо попасть домой. Давайте быстрее домой. Ну-ка не хныкай, ты чё хнычешь, а, как девочка? Я хочу домой. Я тоже хочу домой, но я не плачу, я не плачу, я держусь. Ой, ой, мне от волнения даже кушать захотелось. Ребята, я хочу кушать, пожалуйста. Кто-нибудь дайте покушать. Ого, ребята, ну у нас снесло здание, потому что был шторм. Да, вот это, конечно, печально, печально, очень печально. Нет, я этот дом себе бронировал. Я хотел там спать. Где теперь мне спать? О, вот этого я тоже не знаю, ребят. Теперь где нам спать-то, реально? Ребят, смотрите, здесь кто-то есть. Ого, а вы кто? Мы защитники природы, ребят. Здесь появился очень опасный медведь, и он убивает всех животных. И мы решили расставить в лесу капканы, чтобы поймать его. Пожалуйста, пожалуйста, заберите меня с собой. Я не хочу здесь находиться. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Мне надо домой, мне надо домой. Извини, малой, но мы еще пока никуда не уезжаем. Мы будем здесь примерно неделю в лесу. У нас здесь недалеко свой домик, так что извини. Ну нет, ребята, я хочу домой, пожалуйста. Хочу домой. Хватит плакать, успокойся, все нормально, ничего страшного не произошло. Как не произошло? Над костром какое-то чудище было. И никто про это не говорит. Ребят, как вы думаете, что это было над костром? Ой, я даже без понятия, я не знаю, что это было. Ребят, снова ночь наступает, и похоже собирается дождь. Может быть, пойдем все в пещеру? Ребят, снова дождь. Что делать? И снова шторм. Как бы нам второй дом не снесло. Ребята, мы забыли еду! Мы забыли еду в лагере! Что делать?
А моя еда всегда при мне. Ха-ха, надо свою брать еду. Блин, что делать, ребята? Кто-нибудь сбегайте, пожалуйста, за ней. В корзинке есть еда. Пожалуйста, принесите ее. Кто побежит, ребят? Кто побежит? Я побежал! Побежал! Ну ладно, давайте понадеемся, что он принесет нам корзинку. Уф, ну ладненько, давайте будем ждать. Будем ждать его и надеяться, что он вернется с корзинкой. Ну где же он, где же он? А, вот он прибежал! Молодец, он принес нам еду! Ура, ура, я так хотел кушать! Поскорее бы домой вернуться, так хочется домой. Все кушаем, ребят, надо подкрепиться всем, давайте ешьте сэндвичи. Неплохой сэндвич, вкусный. Да, я согласен, вкусно. Все, ребят, все наелись. Ребята, мне попался плохой сэндвич. Пожалуйста, помогите мне. Ах, мне плохо. Ой, спасибо большое, что помогли. Ой, как мне стало хорошо теперь. Жесть, что это был за сэндвич? Кто мне подсунул такой сэндвич? Неужели он был протухший? Возможно, кто-то тебе подкинул туда что-то непонятное. Ребята, что произошло? Нас завалило! У нас нету выхода! Что делать? Черт, ребята! Нет, пожалуйста, отпустите меня! Мы заперты, как отсюда выбираться? А, что это за проход? Кто это такое, ребята? А-а-а! Что? Где мы? Что это за пещера такая странная? Ребята, прыгаем! Что? И как дальше? Как дальше-то пройти? А-а-а! Ничего нету здесь, мы что застряли тут? Нет, мы тут заперлись! Ребята, что делать? Пожалуйста, я хочу домой. Зачем я сюда приехал? Пожалуйста, откройте, я хочу домой. Ого, вы близняшки, что ли? Да, мы близняшки, мы две сестренки. Что делать-то, ребята? Где все остальные? Нас же было больше гораздо. Где все? Неужели они там остались? А нет, вот еще приходят люди. Фуф. Надо поесть. Я волнуюсь, очень сильно волнуюсь. Надо покушать. Я не знаю, что делать, я вообще без понятия, что делать, ребята. Вау, тут проход открылся. Ребята, все вперед. Так, ладно, я понял, вперед. Ребята, все заполняется водой, быстрее, бежим. Так, быстрее, вода наполняется, надо не останавливаться. Бежим. Вперед. Вода уже здесь, она близко. Давай. Прыжок. Давай, есть, ребята. У меня получилось. Быстрее, давайте. Есть, мы выбрались. Фух. А где остальные-то, ребят? Неужели они утонули? Ребята, вы где? Быстрее. Они утонули, мы остались вчетвером. Ребята, нас осталось всего четверо. Жесть, очень жалко наших ребят, нас так было много. Это выход, возвращаемся в лагерь. Вот мы и в лагере, ребят, нас осталось всего четверо. Где все? Я не понимаю, что происходит, хочу домой. Что-то здесь поменялось, ребят, что это за кровавые следы? Что это такое? Смотрите, в доме кровавые следы на стене и на полу. Это что такое? А, нет, я боюсь кровь. Пожалуйста, не показывайте мне это. Что это такое? Я вообще без понятия, ребят. Смотрите, здесь еще следы какие-то. Они, интересно, куда ведут? Может, это кто-то в капкане застрял? Ну-ка, да, это кровавые следы, ребята. Идем по кровавым следам. Ну-ка, смотрим. Следы. А, что это? Это в капкане нога чья-то. Ужас. Чья это нога? Кто здесь застрял? Обалдеть. Что это такое? Неужели это нога медведя? Нас только осталось четверо. Я в это не верю. Не верю. Ребята, где оставшиеся люди? Нету никого. Обалдеть, ребят. Никого нету. Нас осталось реально четверо. И что будем делать? Надо отсюда выбираться. Так автобус будет только через 2 дня. Еще добраться надо до остановки. И у нас еды нет, ребят. Что делать-то будем? Надо все-таки возвращаться. Но уже скоро темнеть будет. Тогда давайте как сделаем. Мы сейчас переночуем в этом домике все вместе. И с рассветом выдвинемся и попробуем вернуться домой. Хорошо, ребята, хорошо. Так и сделаем. Вот он костер, ребят. Я разжег костер. Уф, ну ладно, молодец, давайте погреемся у костра.
Что это? Ребята, что это? А, что это было, ребята? Вау, что это такое? Неужели это медведь? Это не рык медведя был, это какой-то монстр, ребят. Что делать-то? Не бегайте, пожалуйста, не бегайте, не бегайте, не бегайте. Давайте все зайдем в домик. Заходите все в домик. Тут, конечно, очень страшно, то, что здесь кровавые следы. А где Кэти? Куда пропала Кэти? Куда Кэти пропала, ребят? Я не знаю, она только что была здесь. Ее нигде нету, что делать-то, ребят? Давайте искать ее. Где ты, Кэти? Кэти, ты где? Кэти, выходи. Да, ребята, мне очень страшно, что делать? Ее нигде нету. Блин, ребят, мне тоже очень жутко стало. Что делать-то? Я хочу домой. Что будем делать-то, ребятки? Я не знаю. Так, давайте мы попробуем пробежаться, посмотреть, поискать ее. Бегите, ребят, давайте разделимся и попробуем ее найти. Только осторожно, в капканы не наступайте. Я ее нигде не вижу. Так, интересно, интересно, может быть она где-нибудь здесь все-таки? Нет, я ее нигде не вижу, ребят. Кэти, ты где? Ребят, я дом нашел какой-то. Ребят, дождь начался. Начался дождь, быстрее в дом. Быстрее в дом, надо добежать до дома. Надо добежать до дома. Ох, ребята, я наступил в капкан, пожалуйста, помогите мне. Все, его уже не спасти, прости меня, я не смог ему помочь. И что нам теперь делать? Мы остались с тобой вдвоем выжившие. Я не знаю, я хочу домой. Я, похоже, не вернусь уже домой. Как же страшно. Ну, давай мы, наверное, сейчас переждем дождик и посмотрим, что же будем делать дальше. Надо дождаться рассвета и выдвинуться в путь. Да, я согласен. Дождь кончился. Что это такое? Ты видишь это? Что это за тьма? Что это такое? Нет, пожалуйста. Помоги! Черт, что это происходит? Нет. Нет. Ребят, всем большущее спасибо за просмотр. Если вам понравилось и вы хотите увидеть концовку, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Наберем 1000 лайков и выйдет продолжение. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.